Я открыла этот шашлык с мантами. И воняет, будто бы, знаете, пернул кто-то. Честно. Вонючий трындец. Сиранули, что ли, потом закрыли. Нате, кушайте вам на здоровье. Ну, короче, шашлыки-то обалденные. Я сегодня в шашлычку пойду. В настоящую. Настоящий был шашлык есть. С костра. Ням-нямушки. А что? Можно? Домой приеду. Майские праздники. Тоже надо жарить. Шашлыки. Это индейка. Из индейки не очень-то. А с курицы очень-то. Видели, я сторис повыбрасывала? Не успела выбросить, он мне уже названивает. Угрозами закидал. Ишь ты. Я никого никуда не просила, ни перед кем извиняться. Комментов начитался, как эта девчонка извинилась, подошла, хотя не стоило. Вообще. Кто же захотел хорошим стать? Сначала место дружбы выбрали я и пародий Стёп. А потом извиняются. Не, ради бога, я тебя заблокирую, я предупреждала, говорю. И главное, мне ответил, ну блокируй. Ну я же зато спросила разрешение. Ну знал на него ответ, и все равно мне тоже сказал, ну и блокируй. А так, для понта разрешение спросил. Ой, чучело мужик я. Сделал. Я забыла. Заблокировала тебя и забыла. Делай, что хочешь. Дружбы нет. Да? По идее. Мы еще по барабану чем там занимаемся. Что есть-то ко мне? Нравится мне это, не нравится. Мне вот нафиг, когда не нравится, тебя забанила. Что за фигня-то? Сделай нормальную пародию. Как мужики все делают, в основном в этом, которые достойные. А это Стёп полный. Конечно. Я сейчас названивать, зачем? Сам же стал названивать мне. И не сдержал свое слово. Ты же меня разблокируешь, как я этот видео тут тебе запишу. Ну, я разбанила. День прождала, его нету. Не плевать. Я же, говорит, тебе звонил, сама, говорит, виновата. Ну, я в инсту выкинула все информацию. Ой, зазорники. Я же еще написал мне. Не хотела, что ли, по-хорошему. Угрозы пошли. Бараны, говорю, бараны. Настоящие. Блин. Что
Тима на площадку. Погуляем. Руками. Еще почищу. Грязь чищу туда. Что здесь ко мне? Я сама по себе, вы сами по себе. Нафига мне навязываете сами себя? Это и мало. Вот эти баночки очень вкусные. Помидоры с хреном. И чесноком, как хреновина. Обалденно было. Холодный я даже не грела, зараза. Не стала греть. И так жрать охота. Меня еще много передач позвали. Да круче еще даже. Да. А на передаче будет юрист. Потом увидите, кто такая. Обалденная баба. Отозвала меня после передачи, мы с ней поговорили. Познакомилась с ней. Вот эта баба. Молодец. Московский юрист. А! Комменты пишут и говорит, и это кто-то смотрит. К чему этот комментарий? Ты же посмотрела, ты смотришь. Если бы я тебе не нужна была, ты просто пролистывала и все. А ты что хочешь на меня отписку такую сделать, да? При всех, типа, ты отписалась, и кто-то это смотрит. Ты, в первую очередь, ты. Ты и меня и смотришь. Я сколько раз могу говорить. Вы слабые на это. Вы не можете пройти мимо. Вы напишите говно, но все равно будете меня смотреть. Потому что вы бараны тоже. Стадо. Это не к моим подписчикам касается. А к баранам. К стаду. К стаду баранам это кажется. Это. Поняли? А моих подписчиков не надо сюда приписывать. Что-то я к ним обращаюсь. Мои подписчики охрененные. Я здорово с ними общаюсь в Инстаграме. А с вами даже срать не сяду. Под куст. Поняли? Или поняли? Идрит его налил. Кто пирог бросил? Самуса какая-то. Ну, короче, она горячая была, вкусная. Я хлеб все равно не ела. Я съела. Так. И так, жирная. Корова. Ты себя каждый раз зеркало-то видишь? Нет, через раз только. Когда умыться приспичит, пойду погляжусь. Пошла я на помойку, выкину мусор, 3 пакета. 3 пакета и вот это. И на качельке покачаться. Ко мне должны прийти. И я пошла. На шашлыки. Пожру шашлыков.
познакомлюсь с кем-нибудь, с хорошими людьми, пообщаюсь. Томатного соку попью. И выпью просто. Ну ладно. Всем добра и удачи. Моим подписчикам. А козявкам не рыпаться. Козявочки, козявочки, барашечки.